все четко получается, да, рядышком телекомпания ТВН. Я потихонечку у нее тырю своего клиента. Ну, это вообще-то не мой клиент, это клиент всех вас. По одной простой причине. Рано или поздно у вас иногда такое случалось, что вы забывали ключи. Представляете, да? Пришел к дому, а где мои ключи-то? И что делать-то? Два варианта. Либо все лохмачивать, либо все-таки позвонить к нормальному специалисту. К слову о том, что такими вещами занимаются не только люди обыкновенные, живущие. Также есть люди, которые ездят на машинах, теряют ключи. Иногда эти ключи просто забываются в салоне. И закрыли, а там еще сигнализация работала, и чего делать-то будете? Что вы будете делать? Вот. Есть несколько методов воздействия на свой автомобиль. Не буду ничего говорить, зайдите в любой автосервис, они вам объяснят, там, где стекла меняют, какое стекло вам необходимо бить. Но мой вам вариант простой. Даже если что-то случилось, вам проще позвонить в город Магнитогорск, по одной простой причине этот материал не только в эфире, а он еще и в Ютубе, и выбрать себе самого замечательного человека, который делает это все. И делает он это все в фирме «Сезам». Телефончик видели? Так что делайте. Вот о чем мы с вами и побеседуем. Таких людей в городе раз, два, три и обчелся. Много контор, которые делают вам ключи. Качественных мало. Конечно, если вы не будете садиться и ломать свои открывашки, жить можно долго. Но давайте поделимся с памятью, естественно. Память у нас иногда сбоит. Просто реально она сбоит. Вы сами вспомните, сколько раз вы теряли и не всегда находили. Много? А то, да и я такой. Я сегодня и сейчас всегда что-то забываю. Ругаю себя, естественно. А как по-другому то? Но это наша жизнь. А у нас такое крученое бытие, когда на ушах и квартплата, и работа, и всякий разный кочубокс. Как не забыть? Мы забываем, естественно, и что тогда? А тогда в большей части я обращаюсь к Сезаму. Хотите, не хотите, но он может сделать 99% замков, которые есть у нас в городе. Ну, даже не знал, как бы, ну, посоветовали товарищи знакомые, позвонил, вот дали вашу фирму. Время быстро сделали, да. Мне понравилось. Итак, цена вопроса. Ну, давайте определимся на других косяках. Как ломается ваш замок вашего автомобиля? Вот как. Высверлили, выломали и дали вам. Это норма? Другая тема. Ключ забыли от сейфа. Так, выломаем зад. Во, круто. Опять же, как все это сделать? В первом случае это надфиль. Второй – болгарка. Вам не проще все это отнести сюда или вызвать спеца? То, что увидели, в принципе, вполне понятно. Везде и всюду стоят станки. Но это станки не те. Это станки из Италии. Вы прекрасно понимаете, что есть и китайские станки, так же, как и не все. Но есть такая штука, сделанная в Китае, которая не представляет того качества, как здешние замки и ключи. Потому что ключи из Италии – испанские замки. То есть это все Европа. Китай, скорее всего, тоже есть. Но то, что к нам привозят, это не есть тот факт. И вы представляете, да, как человек делает замки. По сути, цены практически те же самые, да? Но вот на этом всем удовольствии ключ получается изумительный. И открывается все, и вашу машину в том числе. Кроме всего, вы видели количество ключей, да? Клонирование, чипы, блокировки. Все здесь делается, и вы можете сюда приехать, потому что здесь все-таки круто. То есть принесли сюда, даже если что-то у вас случилось, вот как я, допустим, снял все замки, принес сюда, мне здесь все это сделать. Да, это круто, реально круто, и никто, по сути, этого не делает. По одной простой причине, мы вам сейчас покажем тех людей, которые ничего не понимают и пытаются что-то сделать своими руками. По сути событий, вам это делать не необходимости. Главное, все просто привезти сюда, здесь вам все это сделают, и вы будете дальше свою машину эксплуатировать, свою машину, свой дом. К слову о том, что здесь не меняется ничего. По сути событий, все это можно сделать внутри. То есть ту самую личинку можно поменять. И ваш замок будет таким же. И ваша машина будет также открываться. Потому что вы куда обратились? В сервис Сезам. Я не буду вам говорить, что нужно сделать. По сути, я кое-что сам открою, но проще позвонить Сезаму. Хуже, конечно, бывает, когда ваш кошелек внутри и телефон. Вот это сложно. Мы даже не знаем, кому позвонить. Мозгов, к сожалению, уже нету.
Но позвонив по этому телефону или заглянув в интернет на мою страничку, вы можете вызвать Сезама легко. Я не умею, я не знаю. Она же не моя. Скажите, пожалуйста, как специалист от фирмы Сезам работает? Отлично, на самом высоком уровне, как и всегда. Я не против нормального Китая, я против Тайваня. Я там не был, но почему ихние инструменты ломаются? Форс ихние, вот они сломались, плоскогубцы. Крестовины, да и многое другое. Я просто дам всем понятие оного. Проще работать с нормальным оборудованием и ключами. Какие ключи в Европе лучшие? Испания и Италия. Вот с этими ключами Сезам и работает. Ключи, по сути, ничто, без инструмента. Так вот, и с инструментом то же самое. То же самое, что и я. Я уже не могу снимать на битакам. Битакам уже кончился. Сейчас цифру подавай, и чтобы на флешке писала. Во как! А у этих станков ресурс выше, как и качество работ. Как мы уже говорили, 99% замков открывается Сезамом просто. Ой, отлично. Мы пользуемся уже так давно, еще в той квартире мы жили. Здесь мы уже пользовались несколько раз. Отличная фирма. Конечно, не все так. Изумительно. Потому что с любым замком ему предстоит поработать. Не бывает такого. Ну не бывает такого, что ваш замок снимается за 3 секунды. Этого не бывает. Поверьте мне. Не смотрите телевизионные сериалы. Это все очень сложно. И крайне редкий специалист может залезть и сделать все это быстро. То же самое, если мы говорим про операторов. Операторов хороших в городе 10 штук. Один, правда, изумительный. Остальных много, но качество и далеко не то. То же самое и с замками. Всего 3 человека, но лучший Сезам. Вот мы и говорим вам о людях хороших и лучших, естественно. А то как. Хорошо, что я не пью, честно. Надо, в любое время поехали и сделали. И мы показываем, что, в принципе, вы сюда можете позвонить практически в сутки. Ну, желательно, конечно, не в 2 часа ночи, потому что, ну, представляете, да, люди, что же спать хотят? Вот. Но чуть пораньше. Чуть пораньше, и все будет сделано. И ваша машина откроется, и ваша дверь откроется, и ваши сейфы также откроются, потому что есть замечательный человек. Хозяин этого магазина, он все это делает легко и просто, как вы уже все это и видели.